И еще один стартовавший образовательный проект. С сегодняшнего дня в стенах Новгородского вуза открылся летний университет Союза государств Балтийского моря. Международная обучающая программа в этом году посвящена вопросам межкультурных коммуникаций России и Северной Европы. В образовательном проекте принимают участие 20 студентов, половина из которых – гости из Беларуси, Германии, Китая и Польши. Преподавателями летних курсов станут как новгородские педагоги, так и представители зарубежных академических школ. Задача обучающей программы – изучение стратегических шагов по налаживанию диалога как способа достижения устойчивого развития территорий. Мы не беремся решать политические вопросы, но вопросы межкультурного диалога, отношений людей, молодежи, образовательных структур – это как раз вот наше видение проблемы. Чем больше мы друг о друге знаем, тем больше друг другу доверяем, тем больше сотрудничаем и так далее. Кроме обсуждения глобальных вопросов, ребята получат и сугубо практические знания, необходимые им для дальнейшей учебы и научной работы. Они прослушают лекции по истории Великого Новгорода, познакомятся с древнерусской архитектурой и посетят археологические раскопки в Старой Руси. По окончании обучения каждый слушатель представит свой проект налаживания межкультурного диалога в современной ситуации.